Так, сегодня мы будем делать аугментацию Рино. Где там мой Рино? Вот их два. Будем вот этому делать, потом уже попозже его переведем на эволюцию. Улучшить. Так, аугментировать. Есть. Молот ярости. Смотрим. Созвездие. Созвездие так себе. Очищающий удар. Ну, ставим смертный приговор, когда атакует, имеет 32% нанести урон равный 5. 600% атаки двум ближайшим вражеским единицам. Давайте рольнем, посмотрим, что-то может выпадет толковое еще. Вот двоечки, единички падают в основном. Ну, давайте хотя бы тройку какую-то. Безмолвный выстрел 5 с 5. Ну, пока оставим его, потом поменяю. Поставлю дальнику. Так. Давайте паролем созвездия. Как всегда, за эти, за ордена пятерочку попробуем выловить. Это уже традиция. Вот пятерочка, крит сопротивление. В принципе, оно ему не нужно. Поехали за самоцветы. Так, жизнь, крит, урон. Дальше смотрим. Жизнь. Так, все не то. Урон, урон. Жизнь. Так, уклонение одно есть. Уклонение второе есть. Уклонение третье. Так, вон крит урон. Уклонение хуже всего падает. Уклонение только второе. Да, что-то пятерки очень слабенько падают. Крит удар. Ну давайте еще надо одно хотя бы уклонение, а потом уже можно будет. Опять крит удар. Так, уклонение. И поехали ролить последних два талантика. Жизнь. Жизнь, урон. Все не то. Точность. Вот так. Ну и в принципе крит удар пока пусть постоит, потом переролим.
Вот такой у нас получился Рино. Давайте теперь его посмотрим, затестируем, как он себя покажет. Хоть там он и первая эволюция, сейчас мы его нормально приоденем. В топор. Рунами сейчас у кого-то психощит. Психощит отберем. И поставим ему слона. Вот так вот. Так, ставим его на таблеточку. Попробуем так, таким побегать. Ну вот он первой эволюции. Ну, убили, убили. Но неплохо сносит. Бегать можно. Так, побежали дальше. А, вот видите, у него идет по двум случайным целям, не обязательно по героям. Опять забили. Это что ж такое? Надо будет его в забытой битве потестировать, докачать. Ну, неплохо, неплохо бьет. Сносит прилично. Надо будет его докачать. И посмотрим, как он себя будет показывать в забытой битве на атаке фортов. Вот такой вот у меня появился Рино. Хотя его раньше не хотел качать. Но после того, как посмотрел, как им, ну, уже повкачивали, потестировали, все-таки решил вкачать.